Всем привет! С вами Елена Гольникова, автор дачного сайта еленадача.ру. Мне сегодня пришли часы из Китая, которые я выписывала буквально пару недель назад. Сегодня я получила посылочку. Коробка картонная. Посмотрим, что там внутри. Открыточка. Оп! Ну, я так поняла, что продавец просит поставить ему везде 5 звездочек в отзыве. Ну, поставим. Без проблем. А в коробочке у нас какая-то фенечка, батарейка, сами часики, все как в описании, очень симпатичные. Марка называется Кимио. И вот такая штучка, о которой я, в принципе, мечтала очень долгое время. Это специальная отверточка для открывания часов. Ее надо как-то убрать. Угу. О! Пошли. Вскрывать не пришлось. Сейчас выставим время. И посмотрим. Как они будут смотреться на руке. Браслет простой. Стягивается элементарно. Оп. По-моему, очень даже симпатично. Покупайте часы марки Кимио. Китай. Всем удачи. Всего доброго.